16 сентября 17 год, Харьков, парк Стрелка, 20, что там у нас, 27. Сегодня запускают фонарики, завтра, кстати, велодень. Надо будет обязательно съездить. О, какая красота! Один фонарик уже прилетел. Парк Стрелка, место слияния реки Лопани, Харьков. Мост влюбленных. Я подсветить. И сами можете увидеть, сколько их у нас, этих влюбленных. Ладно, пошли. Да, мост влюбленных, конечно. Ой-ой-ой, куда ж ты падаешь? Я надеюсь, где-то по району по крышам стоят ребята с баграми, песком, топорами и прочими атрибутами пожаротушильников. Хорошо бы совместить день пускания фонариков китайских и день ретивника спасателя. И как назло, плюс 21 в Харькове, 16 сентября. То есть нагреть воздуха днем даже до серьезных разниц с температурой воздуха довольно проблематично. Да. В этом супе плавают обломки кораблекрушения. Похоже на крушение корабля и спасательные жилеты по всей реке. Со смайликом. А вон с улыбкой полетел. Да, мост влюбленных забит. Надо туда сходить. Не знаю, у кого какие романтические ассоциации с этими фонариками горящими у неба. А мне, как человеку 17-й день не курящему, это напоминает тлеющие сигаретки. Мне даже дымком пахнет. Мне сейчас все пахнет дымком и все хочется скурить. От веток до коры на деревьях. Кто бросал курить, тот понимает, о чем я. Слушай, ну давай его, может, действительно. Вон где. Я вот ставлю.
Яхнис, мы делают все. Вон, ребята, чёрный, уже чёрный, понадевали спасательные фонарики на себя. Я читал, и видел на сайтах, и видел в Китае, и видел, есть защищённые, есть нет. Да, кто не в курсе, еще то же самое. Это у нас предварительно, я так понял, по заявлениям на сайте организатора. Предварительное мероприятие. Основное намечалось на 23, по-моему, сентября. Но из-за большого количества людей решили на сегодня еще перенести, разбить. О, а там у нас что? Там у нас на маленьком плоту тоже какие-то мероприятия. Откуда появилась идея вешать замки? Знак любви не знаю, ну да ладно. Ай, ну. Дима! Ну 100% это не дополки сигаретные. О, он там сейчас. Кому-то в домик на балкон прилетит. Смайличек. Ну лады. Андрей первозванный. В некотором шоке, конечно, пребывает. О! Бабах! В Одессе шар. Упс. Так, ты только сложно маневрируя, можно перемещаться. Да вон и каретка. Да. Надо дальше зайти, дабы в кадр попало все сразу и целиком. Ух ты, елки, упал. Чуть не упал. Вот это коняшка. Ты посмотри, какая огромная. Я к ней близко подходить не буду. Мама дорогая. Посмотри, какая огромная. Прямо лось какой-то. У него лошадка. Ладно, поехали по домам. А, может еще на площадь Свободы смотаться. Там ралли какое-то внезапно образовалось. Можно и туда наведаться. Вечер прекрасный. А послезавтра обещают +31. Лето возвращается.